компания Genius представила новую беспроводную оптическую мышь Traveler 6000X. Ее главное достоинство – простота и удобство использования. Именно то, что нужно каждому первому пользователю. Тем более, эта мышь по цене доступна любому. Узнаем вместе ее подробности в нашем обзоре. В комплект поставки входят батарейки AAA, USB-ресивер и руководство пользователя. Дизайн получился не только стильным, но и удобным. Корпус из пластика легкий и практичный. Матовая поверхность оберегает мышь от следов и царапин. А стильная глянцевая вставка добавляет устройству некую изюминку. Обтекаемая форма 6000X прекрасно подойдет под любой тип руки. А цвет гаджета классический черный, под любой лэптоп и интерьер. Слово «Traveler» в названии говорит об удобстве использования этой модели в поездках. Компактные габариты и вес значительно облегчат ее транспортировку. Мышь поможет легко и просто выполнить любые ежедневные задачи. Питается она от простой батарейки типа AAA. Вам не придется заморачиваться с зарядкой аккумулятора, а функция энергосбережения и выключатель питания значительно продлят время работы. Забудьте о вечной проблеме спутанных проводов. Теперь для комфортной работы достаточно просто вставить в ноутбук или ПК крохотный USB-ресивер. Оптический сенсор с чувствительностью в 1200 dpi очень точно, без торможений, передает даже малейшее передвижение мыши. Новая 6000X – очень простая и удобная мышь. Она полностью выполняет свое предназначение. С ней любые ежедневные задачи вам будут по плечу. Вы цените в девайсах простоту и доступность? Тогда 6000 именно для вас.